Итак, всем привет! Вы находитесь на канале Ранчо Золотая Подкова. И сегодня мы наденем на лошадь 9 седел. Да. И как раз таки Сивка будет нашим подопытным, на котором мы оденем эти 9 седел. Конечно, сначала мы оденем такой вот стандартный вальтрап. Или же просто кусок фетра. Ну ладно. Вот. Сейчас я выложу седло сюда, и мы вернемся. Вот седло, которое я на нее одену, даже в кадр не вмещается. Ну и начнем. Первое седло. Третье седло. Четвертое седло. Пятое седло. Шестое седло. Седьмое седло. Восьмое седло. Девятое седло. А теперь квест. Нам нужно посадить на эту гору седел всадника какого-либо. Я решила посадить на эти седла типа хозяйку вот этой вот самой лошади, Сивки. Эх. Буду пытаться, но для начала поставлю камеру. Ну, как-то так я установила камеру. Не очень симпатично это все выглядит, но вроде более-менее. Квест не пройден. И я упала. Все. Два седла упала. Все провалено. Эх-эх-эх. Ну и всем пока. Вы... Ой. Вы были на канале Аля... Фу! Вы были на канале Ранчо Золотая Подкова, и до новых видео. Да, извиняюсь.